Загнаться и переживать, там, что ты сделал плохого, почему там человек так поступил, почему это там не делает или еще что-то. Вот как? И просто за один день, я полтора года эту ситуацию проживала. Полтора года. Ну, причем я с этим человеком уже не общаюсь, это год. Прикиньте, меня сегодня отпустило. Просто я внутри такая счастливая. Слушайте, в директ уже посыпались сообщения, как сделать так, чтобы и вас отпустило. Ребят, честно, я не знаю, ничего не предвещало счастья. Я просто вчера сходила в Коджи и выпила персиковый коктейль. Меня отпустило, клянусь, как будто бабка приворот сняла какой-то.